Я хочу вам это обязательно показать. Это надо увидеть. Это надо увидеть, какая чистая вода. Обратите внимание. И впереди простор. Мы с Виктором Алексеевичем открываем новые просторы. Сейчас мы вам продемонстрируем спецучасток, который мы тут надумали себе на этот год. Пошел подъем в гору. Бордюр вдоль дороги. И натуральный ретардер, выросшее дерево. Левее. Ну, можно дорогу проложить и правее с таким кольцом, с выходом. Тут был выход, и вот он выезд сюда. Ну а дальше очень длинный прямик. Это, по-моему, дорога на озеро Бучак. Вот как бы и все. Но я думаю, что этого вполне достаточно. А это зона, я думаю, сбора участников и
ночівлі, можливо. А от тут даю виїзд. Друзья, мы с Виктором Алексеевичем на окушке